Таблетки, косметика, одежда и даже кофе – все это и многое другое Россия закупает за рубежом. Но совсем скоро и этот скудный поток россиянам перекроют, причем собственные чиновники. 31 октября на выездном заседании в Томске об этом заявил так называемый секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров. И вроде бы кажется, что таким образом Патрушев переживает о российском производителе на фоне засилия иностранных товаров. Дескать, и потребители, и бизнесмены предпочитают закупать из-за рубежа, а не развивать собственное производство. О том, что на частичное развитие хотя бы качественного импортозамещения у чиновников была уйма времени, Патрушев удобно молчит. Как и о том, что теперь, когда абсолютно все ресурсы в стране уходят в топку военной машины, это попросту невозможно. Зато можно сократить все другие затраты, например, соцвыплаты. Хотя такие шаги критичны для государства, подчеркивают эксперты. Что будет с товарами народного потребления, отечественного производства при таком уровне военных затрат? Смотрите, ведь вы не можете потратить больше, чем вы зарабатываете. И у вас в любом случае есть определенные социальные обязательства, которые вы тоже не можете игнорировать. То есть вы не можете не платить пенсии, вы не можете не платить социальные затраты для малообеспеченных. То есть этот блок вряд ли вы сможете каким-то образом... Вы его можете не индексировать в случае серьезной инфляции, таким образом уменьшать относительные объемы затрат. Но формально это делать тоже нельзя, потому что тогда вы активно проиграете в войне между холодильником и телевизором. Но даже эту войну Россия тоже, судя по всему, проигрывает, ведь официально озвученный уровень индексации пенсии и соцвыплат в среднем на 3% совершенно не сопоставим с уровнем инфляции. Даже в нарисованных прогнозах российской Минэкономики значится цифра в 4%. На деле она уже раза в 3 выше. Чтобы это проверить, достаточно зайти в любой российский магазин и посмотреть на ценники. В среднем стоимость продуктов питания выросла на 40%. Мясо птицы дороже в 1,5 раза. Так, куриная грудка стоит теперь более 300 рублей вместо 200. Минимум на 10% подорожал даже хлеб. По опросам фонда «Общественное мнение», почти 2/3 россиян ощутили, что цены на основные продукты растут осенью в более быстром темпе, чем раньше. Единственное, что дешевеет рубль. Хотя пропагандистские СМИ врут, что якобы рубль стабилен в ожидании заметных стимулов к движению, цифры на московской бирже говорят совсем другое. Доллар по отношению к рублю все растет. Именно это в первую очередь и стало причиной псевдопатриотических конвульсий Патрушева. Он хочет ограничить параллельный импорт товаров широкого производства, например, одежду, косметику и бытовую технику, только чтобы удержать валюту в стране. И тем самым не дать курсу пересечь критическую отметку в 100 рублей за 1 доллар. То, что сейчас 1 доллар 100 рублей... Это потому, что доллара стало резко меньше, чем было раньше. А объем спроса на эту валюту, он как был, так и остается. Что нужно сделать, чтобы доллар был меньше? Либо увеличить количество долларов, которые вы предлагаете на рынке, то есть где-то найти какие-то экспортные поставки, которые вы будете поставлять за доллары. Либо уменьшить внутренний спрос на доллар. Что можно сделать, чтобы уменьшить внутренний спрос на доллар? Нужно русским, россиянам сказать, что вот давайте мы будем покупать отечественное. Ну, оренбургские платки – это, конечно, классно. Но вряд ли вы их замотаете и пойдете вместо обуви по улице. Примечательно, что в современных российских реалиях доллар по 97-98 рублей – это уже счастье. Поэтому удержание остатка долларовой массы в стране стало для России последним инструментом для того, чтобы рубль не скатился еще ниже, объясняют эксперты. Ну что такое рынок обыкновенный, да? Вот есть товары, есть деньги. Соотношение товарной массы и денежной массы образует цену. Валютный рынок работает по тем же принципам. Есть валюта, есть рубль. Соотношение валютной массы к рублевой массе дает курс. Если рублей много, валюты мало, курс растет.
Раньше источником валюты именно доллара и евро в России были нефтедоллары. После почти 2 лет войны против Украины их заменили юани и рупии. Ведь сейчас Индия и Китай основные покупатели российской нефти. Как помнится, с 5 декабря прошлого года страны Евросоюза ввели запрет на морской импорт нефти из России. А с 5 февраля 2023 начало действовать и эмбарго на российские нефтепродукты. По колоссальным скидкам Россия уговорила индийское и китайское правительство покупать российскую нефть и таким образом получила хоть какие-то рынки сбыта. Продажа нефти сохранилась. Объемы экспортных поставок сохранились. Россию никто с этого рынка не выкинул. По газу. Россию убрали с Европы. Они сами себя оттуда убрали, ведя, на мой взгляд, совершенно дикую политику осенью прошлого года. Но нефть они продают и нашли там способы продажи нефти даже выше прайс-кэпа. Кажется, хотя бы с альтернативными источниками для сбыта нефти у России все получилось, но и тут неудача. Ведь куда теперь девать нефть рупии и нефть юани, не совсем понятно. Эти валюты не являются свободно конвертируемыми. Проще говоря, потратить эти деньги можно только в Китае и Индии соответственно. Но проблема в чем? 80% российской нефти сегодня продается в Индии и в Китае. И в Индии, и в Китае они рассчитываются за что? Не за валюту. Они рассчитываются за юани и за рупии. Если с юанями теоретически еще куда-то так их приложить можно, то с рупиями огромные проблемы. Товаров в Индии, которые нужны Российской Федерации, нет. Ну, разве что трикотаж. Но не на такую же сумму. А там сумма на сегодняшний момент уже 38 миллиардов долларов. Но когда Кремль обратился к индийскому правительству с вопросом, а куда им деть эти рупии, россиянам не предложили никаких товаров взамен. А попросту сообщили, что полученные индийские купюры Россия может вложить в индийскую экономику. Китай тоже не намерен продавать россиянам свои товары высшего качества, зато не против сбывать за юани ненужное барахло. Сейчас, скорее всего, будет очень крупный контракт на поставку китайских подержанных автомобилей в Российскую Федерацию за юани. Это единственное, что дал согласие Народный банк Китая. То есть вот весь этот металлолом китайский, он и так по качеству даже новый, проблемный. А представьте себе автомобили 5 лет от роду. В каком виде в Китае? Вот это то, что сейчас поедет в Российскую Федерацию за юани. Доллару в Россию приходить попросту неоткуда, зато тратить его есть куда. Еще в конце марта 2022, когда более 1400 иностранных компаний спешно покинуло российские рынки, российское правительство дало добро на параллельный импорт. Тогда предприимчивые соседи России решили подзаработать на схеме так называемого параллельного импорта в обход санкций Запада. А за любую лишнюю ячейку в схеме поставок нужно доплачивать, и, конечно, не рублями. По факту, так называемый параллельный импорт привел к росту челночного бума, совсем как в 90-е, или просто контрабанды. Страны соседи же они помогают, конечно. Спасибо Кыргызстану, который за 22 год в 10 раз нарастил закупку компьютерной техники. Спасибо Армении, где на каждого гражданина Армении приходится по 3 стиральных машины, закупленных в 22 году. Большая стирка, так называемая, у них там. Но это же закупается не за рубли, это же закупается за доллары. При этом некоторые предприимчивые обладатели двойного гражданства восприняли ситуацию как возможности личного обогащения. Так, некто Дмитрий К., благодаря двойному гражданству, нидерландскому и российскому, имел возможность покупать микрочипы в Голландии и отправлять их в Россию. Впрочем, нарушать закон в Европе чревато. 2 ноября 2023 суд Роттердама приговорил этого недобизнесмена к 18 месяцам тюрьмы, а его компанию к штрафу в 200 тысяч евро. Суд постановил, обвиняемый нарушил санкции Евросоюза касательно товаров двойного назначения, ведь чипы могли способствовать военному усилению российских компаний. Соответственно, это и происходило, ведь одним из заказчиков компании Дмитрия был Ростех. На сделки с подобными субъектами российская террористическая государство и планирует тратить припрятанные доллары в дальнейшем. А россиянам расскажут, что в отечественных лаптях ходить удобней, а старое пальто может послужить еще с десяток
лет. В современной России более 6% ВВП уходит на военпром. Это колоссальные затраты для тотально импортозависимой страны. В Кремле теперь берегут американскую валюту изо всех сил не только, чтобы стабилизировать рубль, но и чтобы потратиться на крылатые ракеты, которые, к слову, украинское ПВО отлично научилось избивать. Эти доллары нужно откуда-то брать. А брать их можно только, если вы продаете что-то за доллары на экспорт. А основной свой экспортный продукт, который раньше вы продавали за доллары, вы сейчас продаете за рупии. То что получается с долларами? Их становится значительно меньше. Кстати, Иран тоже вряд ли продает свои шахеды за рупии. При этом один иранский дрон обходится российской казне в 20 тысяч долларов, сбивает его на территории Украины обычная мобильная огневая группа из стрелкового вооружения. Разглагольствование Патрушева о том, что, дескать, параллельный импорт мешает отечественным разработкам, не более чем блеф. Ведь и развитию российского импортозамещения мешает, во-первых, колоссальный отток человеческих ресурсов, которые бегут от мобилизации, куда глаза глядят. А во-вторых, то, что за более 30 лет существования российское государство не создало ничего своего. И сегодня практически все отрасли зависят от иностранных технологий. Она и очень сильно зависима по технологическим цепочкам. Все оборудование, которое сегодня стоит на машиностроительных предприятиях Российской Федерации, это импортное оборудование. Все, что сегодня обслуживает в качестве объектов инфраструктуры, самолеты, электрички, сапсаны эти, да? Это все Siemens, это все Boeing, это все Airbus. Это блоки, это колеса, это запчасти, это компьютерная начинка, это программное обеспечение, которое в России не производится. Для того, чтобы система страны работала, необходимо это все покупать. За счет чего вы будете покупать? За счет валюты. И даже рейдерский захват Кремлем иностранных компаний не дал результат. Например, когда французская фирма Renault объявила о прекращении своей деятельности в России в 2022-м, завод национализировали или попросту захватили. Компанию передали в управление Москвы, и мэр российской столицы Собянин начал хвастать, мол, на некогда французском заводе будут производить отечественный москвич. Некоторые легковерные души даже поверили в отечественное производство. Я этому очень рад, если честно. Потому что москвич, он должен быть в Москве. Завод этот московский. И если сделают, вот, допустим, 2140, только в рестайлинге современном, там, с оптикой другой, но это понятно, потому что 21 век, как говорят. Если честно, я сразу куплю. Хотя, скорее всего, это просто очередная отрыжка пропаганды, ведь даже с учетом того, что Россия экспроприировала все активы и ноу-хау французской компании, российский автопром все равно не заработал как следует. Впрочем, если без автомобилей и так живет большая часть российских территорий, то без иностранных медпрепаратов прожить гораздо сложнее, а подчас невозможно. Ведь по схемам серого импорта сегодня в России работают практически все фармкомпании. Но есть же еще очень огромный сегмент, который называется медикаменты. Российская Федерация вообще в этом направлении не имеет никаких инновационных разработок. Все инновационные лекарства, которые до начала активной фазы боевых действий были в Российской Федерации, это весь импорт. Да, это Израиль. Да, это Европа. Да, это Америка. Но это точно не Российская Федерация. Россияне сегодня лепят генерики. Что такое генерик? Это лекарство, которое можно начинать производить без покупки патента и лицензии после того, когда срок патентной защиты заканчивается. А это, извините, от 5 до 9 лет. То есть россиянам сегодня предлагают то, что актуально было в цивилизованном мире 10 лет тому назад. Но мы же понимаем, что за этих 10 лет наука ж не стоит на месте. И все, кто более или менее требует каких-то серьезных методов лечения, это ж не просто так, это ж продолжительность жизни, мы же понимаем с вами, да? Они сегодня находятся в очень тяжелом положении, потому что инновационные лекарства попали под ограничение.
Если чиновники действительно ограничат параллельный импорт, как грозятся, россиянам придется удовлетворять все свои потребительские хотелки китайским суррогатам. Китай для Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, и Китай для Российской Федерации – это два разных Китая. И по уровню производства, и по качеству. Могу прямым текстом сказать, что все те товары, которые производят на китайских предприятиях по патентам и лицензиям американских и европейских компаний, в Российскую Федерацию не придут никогда. Потому что это мгновенно ударит по этим компаниям, и они просто потеряют рынок. Тем более, нужно понимать еще один момент, что американцы сейчас очень здорово напрягли китайское высшее руководство тем, что они сделали очень две серьезных вещи. Первая вещь. Они запретили своим венчурным фондам и инвестиционным компаниям вкладывать деньги в высокотехнологические китайские производства и резко ограничили доступ китайских компаний к ноу-хау и разработкам, даже теоретически имеющим возможность двойного использования. Если пойти дальше в этом ограничении, то Китай лет через 10 потеряет свое значение мировой фабрики. В современном технологичном мире мало клепать детали на заводах. Важно обеспечивать инновационные разработки, чтобы оставаться на плаву в конкурентной среде. Поэтому для Китая очень важно не просто наращивать производительность, но и сохранять возможность доступа к мировым технологиям и новейшим решениям, говорят эксперты. Китай – это мировая фабрика. Но Соединенные Штаты Америки – это мировой научно-исследовательский институт. И когда мы с вами говорим о том, кто в этом противостоянии победит, то, извините, победят мозги в любом случае. И то, что Си Цзиньпин согласился встретиться с господином Байденом на территории Соединенных Штатов Америки в ноябре месяце для того, чтобы решить насущные проблемы, это яркий пример того, что Китай очень хорошо это понимает. Особенно если учесть, что у Китая под боком есть страна с еще большим населением под названием Индия, где с огромным удовольствием примут европейские и американские деньги от венчурных фондов. Во всей этой шикарной схеме, если вы заметили, я ни разу не произнес слово «Россия». Ее здесь не видно. Ее здесь видно только с одной точки зрения. Источник низкообработанных ресурсов. Да и те Россия продает на любых условиях и за любую валюту, чтобы хотя бы не потерять свою нишу сырьевого придатка. Производить базовые бытовые товары Россия уже не способна. Да что там, сами станки для производства тоже зависят от иностранных комплектующих, и русской кувалдой их не починишь. И совсем скоро военпром съест последние доллары из кремлевской заначки, и тогда курс рубля уже ничто не удержит. Эта деревянная валюта с треском пробьет дно на бирже, а вместе с этим в тартарары рухнет и вся неповоротливая коррумпированная конструкция, которую в России по ошибке называют экономикой.